другим новостям. К тысячелетию великого мыслителя Джусупа Баласагына издана книга «Кутту Билим» – «Благодатное знание» на кыргызском языке. Перевел произведение народный писатель Түлүгүн Козубеков. Книга издана в рамках празднования в этом году тысячелетия Баласагына, согласно указу президента Алмазбека Атамбаева. Указу создан организационный комитет. И организационный комитет в течение месяца они выработали план мероприятий по проведению мероприятий тысячелетия Джусупа Баласагына. В рамках этого указа издана данная книга на кыргызском языке. Книга издана при поддержке президента Кыргызской Республики Алмазбека Шаршеновича Атамбаева.